Внимание! Данное видео содержит крики и мат, а само по себе является подарком Джесусу АВГН. Приятного просмотра! А кто-нибудь из вас слышал историю Джесуса в Blackwater Water Water? Если нет, то усаживайтесь поудобнее. Джесус отправился в опасное приключение. Ему предстояло выяснить, что происходит в госпитале, который носит название Blackwater. И несмотря на всю опасность данного дела, Джесус сохранял мужество, потому что самое главное было при нем. Таблетки! Они у меня тоже есть! Классно! Классненько! Совы! Я люблю сов, совенки, не трогайте меня, совочки. Кто? Ты кто тут, блядь, нет уже никого. Ты чё орёшь-то, дурень, блядь, дурень. Мы вообще на какое-то кладбище пришли. Открывай, открывай. А вот и госпиталь. Закрой ворота. Ой, мама. Ой, мамочка. Да-да, ладно, я все, спасибо. Я так и просил, да, но не надо было так резко-то это делать, а. Ой, люди, мы в госпиталь зашли. Вроде как фонарик в руке, а толку от него все меньше и меньше. Как будто, знаете, батарейка садится, да? И он понемногу начинает тускнеть. Я все-таки надеюсь, что он окончательно у меня не сдохнет, а? А то здесь темно, а на ютубе еще темнее будет. Нет! Окей. G, значит, типа G, да? А, вот! Я использовал, фу! Фу, блин, как же тут это? Она, это темнота, я не знаю, здесь какая-то... Необычная темнота, понимаете, она на мозг давит. Ты че так хлапаешь-то? Дурень! Что, лом? Гордон Фримен, Хелми, Хелпи, блядь, хрю-хрю. Знаете, я помню только одно, когда я лежал в психушке. Я помню, как меня душили матрасом. Меня, голову, бросали на пол с кровати. И потом уже на меня, короче, бросали матрас. И потом этот доктор прыгал на матрас и лежал на нем, и смеялся, понимаете, да? А я был под матрасом. И вот он меня так давил. Я не знаю, зачем он это делал. Но когда я у него спрашивал, он говорит, типа, это такая терапия, так надо. Типа, мы так лечим больных на голову. И вот в итоге, смотрите, я вроде как более-менее здоров, да, люди? Я здоров. Чего? Я здоров! Я пришел сюда, потому что я кое-что забыл. Я не помню, что я забыл. Шоколадки, вон две. Но они засохли. А потом он еще фотографировался и на аватарку себе ВКонтакте ставил. Типа, такой, знаете, такой лежит. И лыбится на матрасе. А там мои ноги с-под матраса торчат. А-а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 ! Мышка! Вот это я зря сделал. Пш, выруби! Пш, 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 пш. Да тихо ты! Сейчас услышит кто-нибудь. Да тихо. Ладно, все, уходим. Я не хотел. Ты кто? Ты кто? Кто здесь? Я ищу ключ! Блять, дура ты конченая, сука, не лари на меня так. Да хватит! Дай поискать, нормально! Нету вообще ничего. Я все обыскал. Я ничего не нашел, поэтому ладно, да? Прощаемся, нет? Тю-тю-тю-тю-тю, привет, ты застряла, я так понял, да? О, смотрите, бедная... Господи, блядь! Она еще дверь! И в этот момент жизнь на планете Земля остановилась. Люди перестали приходить на работу. Система общественного транспорта перестала функционировать.
Улицы опустели. Все сидели у себя дома и думали, что же случилось с Джесусом, как он умер, где он совершил ошибку и почему именно он. Однако Джесус выжил и был готов довести дело до конца. Но все думали, что я сдох. А я здесь, люди, я живой. Хрю-хрю. А, что? Сигареты там лежат, здесь Цой сидел и курил пачку сигарет. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. О, точно, вот и... Да-да-да, люди, вы были правы. Ключ нашел. А, что делать-то, боюсь, блин, двигаться нахуй. Хрю-хрю. Что, блядь, дверь исчезла? Сука, я тебя слышу, что ты дышишь-то? Хей! Ой, блядь, хеллоу, бля! Ой, хеллоу, привет! Хрю-хрю. У меня просто слов нету. У меня, сука, просто нет слов, это игра на... Ебать! Убер зерес лапс! Даркнес аймун зу варге! В агре дескалере! В хай! Из тхерей зар серия манар фана мана. Блять, ты напугал меня, ящик! Окей, не хераш себе ключик, да? Что-то мы сюда пришли. Ого! Все. Все за хер. О боже! Emergency power activated. Все нормально, люди, все нормально. Итак, а что делать? Какая главная цель? А, собрать! Йоу! Ебать! Что? Куда? Куда пришел, люди? Вот я впервые вижу такое, чтобы прям был общий туалет, да? Потому что прям и женщины тут были, и мужики. Хорошо, меня больше интересуют мужики. Женщины, люди. Я... Просто мне страшно. Вы извините, я могу путаться, да? И говорить неправильные вещи. Воу. Туалет пипискать! А, ключи? Хрю-хрю. Он ушел. И теперь наша главная цель, смотрите, сервера Ютуба. Вот вы интересуетесь, да, постоянно, а где же и Google хранит, точнее, Ютуб хранит свои сервера, блядь. Да вот посмотрите, где, в какой жопе. Так, неудивительно, почему он так глючит постоянно. И у него постоянные проблемы. Подписчики очень сильно волновались за жизнь Джесса. Один из них даже решил позвонить ему, но он позвонил в не очень подходящий момент. Мышка. Блять, где звонит кто-то? Звонит кто-то. Пацаны, подожди, пацаны, меня убьют сейчас. Сейчас услышит же, падла, это монстр услышит. Тихо. Пацаны, хватит звонить. Тихо. Не звони, блядь. Он идет, он рядом. Так, хватит. Хватит. Да на... Хватит названивать, блядь. Я тебе сказал. Алло, ты че звонишь, падла маленькая? Не понимаешь, что ли, он рядом здесь прям вообще? Я тебе говорю, послушай, вот... Ой, блядь. Ой, я видел его крыло. Алло. Слышишь, пачан? Я крыло видел его. Нет, я не курил ничего, я крыло видел. Я правда, я не пью.
Я тебе правда говорю, приходи, я тебе покажу. Ладно, все, давай, через час приходи, да? Я как раз, я думаю, я уже закончу снимать. Все, давай, пока. Так. Все, прощайте. Я обнимаю его. Обнимаю вас. Блять! Нет! Ёбаный! Ой, мамочки! Мамочки! Он пришел, люди! Он пришел! Ой, я бегу отсюда! Ой, бегу! Ой, бегу, бегу, бегу! Хрё-хрё! Да, блядь! Хорошо! Ну, я даже бежать не могу нормально. Люди, что мне делать? Я не понимаю, как пройти эту игру. Ее просто невозможно пройти, потому что... А! Если я не могу бежать, то я успел. А? А, да ладно! Он опять, что ли, здесь, а? Ты кто? Какой ты золотой вообще красавчик. Гладкий прям. Это другой. Он друг. А, ой, мама я родная, блядь! А, нет, я был здесь. Отлично. Супер, просто класс. А, это же спидорас. Хрё-хрё. А, о, привет, дурак, блядь, в уголке, сука, засел, блядь. А, ты ладно, ну. Ой, я тебя не заметил, просто. Я не хотел тебя беспокоить, просто. Просто сиди дальше и молчи в тряпочку. Хрё-хрё. Ничего не вижу. И этот... Ау! Блядский компьютер, сука. Ой, зе мана, ой, зе. Ой, зе. Ой, я понял, почему китайцы говорят на китайском. Им страшно. Они живут в страхе. И вот, давай, давай, не будешь ты меня трогать, а? Китайский хороший. Ой. Джезус, спой! Не буду, я на кнопку лучше нажму. Это чего? Нет, куда? Что, я... А-а-а! Какой нихера, блядь! Какой эскейп? Тут все тонет! Игорь тонет, а куда мне бежать-то? В какой выход? А, дверь открытая, все, я прошел игру. Я это сделал. Я сделал это, я прошел The Blackwater Water Water. О, белый свет. Чего? У меня пукан бомбит. Это, конечно, все очень здорово, но... Это типа такой взрыв со мной, такой, о, голливудские спецэффекты. Раз. И это конец. А, кто-то писает. Джесус выбрался из Blackwater Water Water Water. И он не просто выбрался. Он сделал хорошее дело. Он уничтожил портал и зло, которое через него проникало. Джесус... Настоящий герой. Вот только... Действительно ли это был конец? Действительно ли все кончено?